пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно». Наше керівництво так само заявляло, що питання Криму ми будемо обов'язково вирішувати, і ймовірніше це все буде відбуватися військовим шляхом. І сьогодні е, держсекретар США Антоні Блінкен він зазначив, що е, в цей час переговори з Росією про припинення вогню вони взагалі неможливі. Пане Юрію, я хочу вас запитати: ось чи в Сполучених Штатах Америки бачать переговори саме по Криму? Чи все? все вони так категорично налаштовані, що вже ніяких переговорів і тільки е, військовим шляхом ми будемо повертати півострів. Ви знаєте, відсутність позиції по цьому поводу підчеркує у, у, у Госдепартаменту в якомусь -то смислі, тому що ну, как бы, нет чіткого е, заявлення, е, що це, ну, крім того, що це має вирішати Україна. И если Украина решит, что для достижения ее целей достаточно согласиться на определенные концессии, то это дело Украины. А если Украина не собирается вести переговоры, которые не включают Крым, тогда, видимо, не о чем говорить. Поэтому я просто вижу это как признание силы Украины в этой ситуации. А насколько у Путина пункт по поводу того, что Украина это не самостоятельная страна? Я думаю, в этом, кстати, проблема с дипломатией, потому что китайскому Си Ли Ши Цзиньпину было бы очень неплохо начать общаться с Украиной, если он хочет играть роль посредника на переговорах. Но вместо этого, видимо, он возможно тогда это признает, что Украина это самостоятельная страна, а Путин этого не может признать. Вот какой-то такой странный вот пункт, потому что казалось бы, ну, мы так открыто говорим об этом. И, и и вы и все это открыто заявляют и тот факт, что они отказываются выглянуть из своей подводной лодки и увидеть, что происходит реально. и должны вместо этого смотреть в телевизор, который сам придумывает эти новости и живет в этом королевстве кривых зеркал. Uh, это, конечно, говорит об какой-то опасности, потому что как с такими людьми uh, ну, дать им знать, что uh, есть какие-то другие варианты, если uh -huh. они uh, находятся вот в таком закрытом uh, пространстве. Ну, опять же, две главные угрозы для России — это Лубянка и Останкина. И вот uh, эта зомбоигла продолжает uh, делать с людьми то, что она делает. И, uh, и Путин, который сам, видимо, подсел на свою же пропаганду. И они вот просто идут ко дну, затаскивая за собой всю эту страну, всю эту территорию. Это и просто слава Украине за то, что за, за храбрость в противостоянии, потому что проигрывать таким людям нельзя. Это, это не они люди, с которыми можно, видимо, мирно договориться. Это то, что хотели бы Соединенные Штаты и вообще многие страны в мире. Но это просто не тот режим, видимо, который на это способен. Они должны уничтожить. Ну, значит, видимо, те, кто придут к нам с мечом, от меча и сгинут, как бы такого типа. За 100%. хочу з вами поговорити про Китай і про візит Макрона та Урсули фондерляїн до лідера китайського. І от про що сказав Сі Цзіньпінь, він також заговорив про переговори, і він виступив, начебто, за відновлення мирних переговорів по врегулюванню, як він говорить, української кризи, і він, звісно, начебто, закликав робити це якнайшвидше. Але ем, напередодні ми знаємо, що президент. Франції, Еммануель Макрон розмовляв із президентом США Джо Байденом, де вони, начебто, домовлялися про те, аби якось підштовхнути Китай ем, до дій. З приводу відновлення якихось переговорів або для того, аби Росія вивела свої війська з нашої території. Ну тобто, що в Китаї є такий вплив на Російську Федерацію. А, але ми бачимо, що нічого такого не відбувається. І, начебто, цей візит ну, він пройшов, мабуть, не, точно не за українськими інтересами. Про що був цей візит? Ну, візит був про інтереси всіх, хто участвував в цьому візиті. А, но я думаю, начнем з главного. Китай не контролирует Россию настолько, насколько это хотела бы Франция или Европейский Союз. Китай, видимо, не в состоянии надавить на Путина таким образом, чтобы он изменил свое, свое решение, свое направление и остановить эту войну. Поэтому такой, как, такой странный союз, который наблюдается, и приехали лидеры разных, скажем так, фракций цивилизованных стран, чтобы, с одной стороны, проверить температуру по палате, а с другой стороны, разыграть то, что называется иногда кнут и пряник, или то, что иногда по-английски называется good cop, bad cop, хороший полицейский, плохой полицейский. С одной стороны приехал Макрон, который приехал с делегацией бизнесов, которого встречали и, и с ним встретился министр иностранных дел, его встречал, в общем, и они пытаются как-то сказать пряником тут доказать Китаю, что а, все хорошо и не надо так нервничать, и давайте решать наши все кризисы и возвращаться к тому, чтобы просто спокойно зарабатывать. Почему бы нельзя просто зарабатывать? Вот с нами, смотрите, приехал там, кажется, директор Аэробаса, чтобы подписать какие-то договоры э, о поставке самолетов в Китай. То есть, как бы смотрите, как бы помахайте мешочком денег и сказать, давайте вернемся в нормальное состояние. И заодно надавите на Путина, чтобы он мог прекратить войну в Украине, которая явно дестабилизирует ситуацию во всем мире э, и вредит тому, чтобы мы с вами могли зарабатывать. А, а с другой стороны появляется э, Урсула фон дер Лайен, э, которую, э, которую встречают на как бы служащий, служебном входе, и ее встречает министр экологии что с точки зрения, возможно, Европейского Союза имеет какое-то значение, но с точки зрения Китая, как мы видим, это имеет печально мало значения. Эм, поэтому она как бы играет роль плохого полицейского, которого, который говорит о том, что нужно понижать риски для Европы. Э, и, и все это, как видите, у нее политика того, чтобы э, успокоиться, и, и мы не должны так много бизнеса вести э, с Китаем, как бы представляя интересы резон людей. И вот они пытаются посмотреть, какой из этих может иметь эффект. Но главная их цель – это чтобы война остановилась. А мы видим, что Владимир Путин не собирается этого делать. Значит, Китай не может повлиять на ситуацию, видимо, в том смысле, чтобы остановить эту войну. И потому что Китай бы уже, видимо, это по мнению этих обоих, хорошего и плохого полицейского, должен показать, что либо они имеют здесь контроль, либо они не имеют контроля. Если они имеют контроль, то останавливайте. Либо бойтесь нас, либо давайте торговаться. А если вы не имеете контроля, значит, у вас, тогда о чем мы с вами говорим? И это еще один такой... Ну, как бы дипломатия должна проводиться, и это хорошо. Но я не думаю, что здесь какой-то есть... В смысле Украины я просто вижу отсутствие возможностей для Китая остановить то, что происходит. Это, видимо, придется останавливать ВСУ, ЗСУ западным оружием, которое мы обсуждали. И, кстати, я... Вот насколько мы уверены в том, что нужно поставлять Украине все боеприпасы, а наши законодатели в последнем, если не ошибаюсь, бюджете сказали, что теперь даже можно делать, чтобы эти оружие производилось в других странах, и мы все равно будем за это платить как налогоплательщики а, то есть настолько мы считаем что это важно чтобы у украины были бы все боеприпасы а, что мы открываем и создаем новые каналы для их финансирования а, так что это говорит о, о нашей определенной воинственности а, здесь на, на долгое время а, посмотрим как китай может какую роль они здесь хотят сыграть